Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Expansion Core, все на том же сервере. Давненько я не снимал, для вас как бы не было перерыва, а для меня был перерыв такой довольно неплохой. Отдохнул, кстати, от мода, прям хорошо повезло. И, конечно же, поднакопилось комментариев. Во-первых, так, сейчас сразу на комментарии переключусь. Так. Блин, где ты? Вот. Очень много пишите, кого как назвать. Спасибо огромное, но у меня такой специфический вкус, поэтому если я не отвечаю на ваш комментарий, то это не означает, что вы плохое сделали предложение по нику, просто у меня плохое настроение, поэтому мне не понравилось, назовем так. Но мне понравилось, морковка написала, назвать бобра лесной лорд. Forest Lord довольно-таки прикольно, если же самка богиня леса. Честно, мне понравилось. И, кстати, кто же писал еще? Мистер Димас написал Кастроидесса лесоруб или лесорубка. Ну, что-то типа такого тоже, но лесной лорд мне понравился побольше. Как-то не знаю. Поэтому Forest Lord. И теперь без вариантов, альфа бобра придется искать самку, чтобы не было два Forest Lord'а. И еще Викуська Анашкина, назови Аргентависа Радуга. Аргентавис у меня уже Heaven Warrior, и как бы все нормально, но, по воле судьбы, по воле случая, я когда бегал, так, что за фигня, я выхожу, такой смотрю, Аргентавис летает по базе, такой, опаньки, что за фигня, кстати, сейчас покажу из-за чего, и такой смотрю в трубу, а показывают, типа, оглушение есть, ну, я недолго думаю, беру, так, чпоньки, и все нормально. В общем, это Аргентавис, но полженский. Аргентавис полженский, и просто волей судьбы я, понятное дело, называю ее Радугой. Потому что мне, честно, это понравилось. Принять. И Rainbow. Heaven Warrior и Rainbow. Конечно, да, это не радужная раскраска, все дела, но мне понравилось. Мне понравилось, так что еще и получилось так, что притомился. Именно женского пола Аргентавис притомилась, поэтому это хорошо. Кстати, писали то, что типа сегодня, кстати, вот сейчас когда записываю, вышла серия «Смертельная битва». Писали то, что типа нужно это. Не, кстати, уже закрыл браузер, не скажу кто. И сорян. В общем, то, что улучшить седло, саблезубы и так далее. Да, улучшить седло, я не спорю. Седло я уже улучшил, это было после. Но вы же видели, сколько это требует ресурсов, и вся проблема именно во всяких эмеральдах, рубинах и так далее. В общем, переименовываю. Кстати, предлагали Скорпион назвать Томильчик, предлагали Хэдкраб назвать, но мне не нравится. Вот. Очень понравилось вот это вот. Говорил нет. Ну, в общем, очень понравилась вот эта вот хрень, которая дает очень-очень-очень сильно большое время для всех ресурсов. Для тех же ягод она дает просто тупо сутки. Трое суток, прикиньте, ягода испортится через трое суток. Трое, мать его, суток, тупо ягодка. Здравая штука. Очень-очень классная штука. Так, ну, в целом, Анкила, Дедикуруз. Ну, Дедикуруз...
я придумал, как Диди Куруса назову. В Сонике есть ежиха, она розовая. Вот, короче, я ее так и назову. Все, я придумал. Анкила. Кстати, предлагали Альфа Трицератопса назвать Красный Рыцарь. Знаете, я сейчас так подумал, вполне прикольно. Ладно, потом глянем. Если ничего лучше не предложите, то так и назову. Это мы узнаем уже в следующей серии. Ну и еще предлагали обычного трицератопса назвать типа Три Рога из Бразерс. Но это женский пол, поэтому не проканает. Вот, я рад вас расстроить. Так, что дальше? Ну, здесь все то же самое, ничего больше, ничего меньше. Броньку я пока что не переделывал. Ну, очень я что-то изменил прям конкретно на себе. Во-первых, установил вот эти вот, они именно настенные. То есть, они не вылазят наружу никак. Имеют 100 слотов и очень мало места занимают. Просто кайф. Установил сразу 3 сейфа. В первом сейфе у меня ресурсы. Все ресурсы обычные. Во втором сейфе у меня всякие предметы, седла, ну, всякая такая вот, именно предметы. Ну, а в третьем это семена, всякие микстурки. Кстати, два седатива создал, тоже неплохо, поушены. Здесь же у меня стоит обычный сейф. Как видите, широкий такой. Ну, во, зашел. И здесь у меня уже от прайма. Ну, как вы понимаете, праймы, они дофига чего занимают место. И здесь у меня все праймы лежат. А также я сюда складываю именно такие предметы. Вот, допустим, рог червя сюда все-таки сложил. Ну, это же такой же предмет, как, допустим, лапа тиранозавра, если уж на то пошло. Вот, поэтому я складываю сюда все это. Ну, и остальное все праймовское. Складывать буду по одному стаку всего же, допустим, вот зуб мегалодона у меня сотка, поэтому около 200 я уже выкинул, вот, потому что они издыхают очень часто у меня, вот, поэтому как бы здесь холодильнички я оставил только нужные, кстати, когда-нибудь тоник амнезии я заюзу, ну и здесь у меня всякие хавки, там, ну, здесь все по стандарту, здесь вот печка вовсю гонит металл, переплавляет, так что все нормально. Так, погнали наверх. Я хочу кое-что вам показать. Да, яйцо. Хочу кое-что вам показать. Кое-что показать, кое-что прикольное. Так. Поехали. Жукс. Слушайте, а я показывал забор? Нет, не показывал. Оказывается, да, это я все сделал. Да, я вспомнил, я сидел, я смотрел стримчики и за кадром все это делал. Давайте еще покажу, что снаружи изменилось. Потратил я на все это изготовление, ну, ни много ни мало времени, но часов 5 я в целом на все это дело потратил. Просто тупо из-за того, что потихонечку не торопясь. Как получается, у меня выходит мостик. С мостика идет обходная, чтобы людям можно было пройти в обход, потому что, понятное дело, на мою территорию они не зайдут. Мостик уходит налево, основной мостик, и также в обходную можно пройти дальше. Здесь я, как видите, так немного объединил, здесь вот поставил эти перила, просто типа для красоты, и дальше. Здесь, да, ёшкин кот. Пристыковался, кстати, вот к этому островку, чтобы больше места для застройки было. Здесь, кстати, а, вот на соломенное. Соломенное стояло, соломенную сломали. Не понял. Просто переехал, потому что здесь как бы стенка-то была. Ну ладно, в общем, фиг с ней, когда-нибудь уберется. Блин, у меня три гамма стоит, что-то темновато. Вот, и, соответственно, здесь я также сделал забор, ну, мостик, также до берега до конца, и теперь можно спокойно с подковы до основной земли добежать. Я думаю, людям это поможет, особенно нубам, которые только зайдут на сервер. Я надеюсь, вы оцениваете такую мою идею. И в целом, для чего я вот этот обходной путь сделал, чтобы, ну, видите, да, то есть я окружил, я чисто ставил стенки
в воде. Здесь я оставил такую запруду, здесь маленькую запруду, ну, в основном вот эта вот запруда, для того, чтобы, если что, я сюда мог водяных загонять. Вот, там, кстати, надо будет фундамент расставить внизу, и все будет хорошо. Так, где здесь гамма? Ой, блин, гамма-то 4 у меня нету. Давно уже не снимал. Вот, и... Собственно, здесь я хочу сделать большие платформы, как видите, я начал уже застраивать. Я здесь просто сделаю большие платформы, и будет ровная земля. Но это не все. Есть вот такая вот штука прикольная. Запитанный, включенный, но, кстати, Only Player не работает никак, и реагирует он на всех, вроде бы. И смотрите, как он действует. В общем, Red Alert отдыхает. Перекрываю, вырубается. Оп, оп. И смотрите так, сейчас, и потухнет. Все, и тишина. Проще говоря, если кто мимо пролетает, он сразу автоматически включает на него прожектор и начинает гудеть. Просто так увидел, о, думаю, ладно, прикол, по приколу поставлю. Если кто будет летать, короче, чтобы это... я потом хочу куда-нибудь сюда в центр его переместить. Поставлю несколько прожекторов, штуки 4, наверное, в центр поставлю. И... А может, я поставлю не в центр, но поставлю заборчики, чтобы он наземных не реагировал. Потому что если ставить с краю, то он и всю землю освещает. Алло, вот что среагировали, дебилы? О, господи. Эти тупые твари опять включились на... Я хочу всех завалить. Такие моменты. Вот поэтому надо для них, для всех, для этих тупых животных делать отдельные закончики. Ну да и фиг с этими ублюдками. Что я на сегодня придумал? Я сегодня хочу... оп, стоять, тихо. Я сегодня хочу притомить Мишаню и, возможно, Альфа-Богомола, если в такового я найду. Богомол — это просто мега-боевая единица. Мне реально приколол Богомол. Выглядит, конечно, не очень. Я не люблю насекомых сам по себе. Но... А, блин, у тебя седла нет. Ну ладно, Райбон там сидит. Дебильные твари. Как вы меня все бесите. Бегайте туда-сюда. Но вот это вот замута с мечами, а еще он очень поворотлив, это просто кайф. И вот что вот это напрыг, это просто... И сразу же наносит огромный урон. Мне очень нравится. Ну и, соответственно, мечи босявые, седло босявые. Кстати, да, седло я тоже ему сделал. Босяво показывал, нет? Вот. И хочу альфача попробовать притомить, посмотреть, что будет с альфачом. Как это все дело будет выглядеть и насколько это будет профитно. Дебильные твари. Стали на месте и стойте. Вот и сиди башкой там, короче, на улице. Страус тупорылый. Ну вот, в общем, хочу все это дело проверить и узнать. Ну, для начала я хочу найти Мишаню. Ну, а там, собственно, если найду Богомол, то, понятное дело, будет Богомол в приоритете. Посмотрим, как Альфа-Богомол вообще томится. Потому что, ну, обычно-то, понятное дело, как. Мы уже поняли, как он томится. А вот как Альфа... Очень даже интересно, сагрится или нет, или все-таки придется шапку сраную делать. В общем, все это узнаем. Так, ну планы рассказал, а там как попрет, короче. Ну, приоритет это, конечно, искать Мишку. Альфа-Мишку искать. Собственно, зачем я сейчас и полечу. Ух, какая махинка. Самое главное, оглушение. 10 миллионов. Всего лишь 10 левел, но 241,5 тысячи хп, это очень много. Оглушение 10 миллионов, это, конечно, да, это, конечно, прикольно. Ну, а я вот тут бегаю, точнее, летаю и ищу.
Ищу львов. Я, кстати, не нашел. Барсуков видел? Ну, таких, похожих на барсуков. А львов нет. И вот, титанозавра увидел. Думаю, показать охота. Так захотелось показать просто. 10 миллионов торпора. Не каждый раз, только сказать, это увидишь. Вот такие вот дела. В общем, летаю по Редвуду, немножко сейчас здесь пролечусь. И полечу в зиму. Туда, где я везде всех мишань томил. Практически всех мишань томил. Вот, и буду уже там смотреть. Потому что что-то здесь одни птицы и всякая говница. Вот, такие вот дела. Йоу, вот это реально просто замок. По-другому это не назвать. Здесь чисто сделано как замок. Со вкусом и с размахом. У меня так не получается, если уж на то пошло. Dragon Kings. Видал такой трап уже, не помню где, но сделан с размахом. А самое главное, как бойница-то, как... Блин, честно, вот я бы не додумался, то, что бойницу можно сделать просто. Дверной проем, и получается бойница. Блин! И бойница, наверное, называется. Вроде бы бойница. В общем, там, откуда, где прятались лучники. Dragon King... вроде бы это вот этих забор. Да, это вроде бы их не забор. В общем, львов я так и не нашел. Я не знаю. Мне писали, типа, они на деревьях, все дела. Но, честно, что-то как-то не очень. Может, деревья бракованные, что здесь львы не спавнятся. Может, еще что. Но я львов не нашел. О, львов. На этих, ну вы поняли. А, ну да, львов. Хотя они больше на тигров похожи своей раскраской. Ну, в общем, не знаю. Не знаю, что да, когда, где. О, кстати, альфа-мегалодон. Меня спрашивали, где, типа, спавнится на этой сборке альфа-мегалодон. Да везде, если уж на то пошло. Вот, пожалуйста, альфа-мегалодон. Около меня там постоянно вот на этих островах альфа-мегалодон тусуется. Они везде. Везде, где увидишь мегалодонов, есть шанс увидеть альфа-мегалодона. Ладно, короче, ну и все в баню, это гадость. Ну и лес, пойду я в зиму там потусуюсь, может там что найду. Мишальник видел обычных, но... Оу, тихо. Обычных мишальник видел, но они все очень маленького левела. Альфа, гигант, апитек. Вот тебе, пожалуйста. Такие вот дела. Ни разу не видел вроде бы. Йети всяких видел, да, Йети и Сасквачи, а вот Альфа, именно Альфа гигант Питека не видел. Интересно. Да, кстати, у меня была такая идея полетать между деревьев, и рано или поздно меня лев спрыгнет, но что-то я очкую. Это ж больно, однако, будет, если я так это сделаю. Если он реально на меня спрыгнет. Вот, поэтому как бы решил не рисковать. Сейчас еще вот на вот этом мостике пошарюсь и посмотрю. Может, что. Глядишь, найду. Ну-ка. Да. 85-й левел. Альфа-мишаня. 85-й левел. Ну, что я могу сказать? Это неплохо. Я точно знаю, что мишаня останется в живых. Так что я еще поищу немного. Здесь такое место тихое, спокойное. Там один карна, но он сдохнет с полтычки, грубо говоря. Здорово, вот так вот и просто вылетел, летел, хоп, и нашел. Вот, собственно, про что я и говорю. Альфачей не надо где-то в определенном месте искать. Нужно искать. Я вон весь берег пролетел, а он здесь. В самом конце. А такие вот дела. Так что сейчас еще полетаю. Если их не найду, то его и буду ловить. Кстати, забыл сказать. Я тут недалеко-то отлетел, как бы. И вот он еще 50-й левел. Прикол. Ну вот они и альфа-мишаньки. Блин. Вон, я буквально-то отлетел немного. В общем, что я хотел сказать. Я немного изменил качество видео. Напишите, лучше, хуже стало все дела. В общем, во-первых, я поставил Full HD. Ну, типа 1080p.
В общем, хуже лучше напишите. Это очень поможет мне. То есть, стало ли хуже или стало ли лучше. Я очень на вас рассчитываю в этом плане, потому что я пытаюсь сделать качество своих видосов получше, но чуть-чуть как-то дерьмово это у меня получается. Так что я только могу рассчитывать на вас и ваши комментарии. Так что вот, я погнал искать дальше. Блин, уже двоих нашел, прикольно. Да уж, недалеко отлетел. Твою мать! Red Tribe Alpha Анкилозавр! Прикиньте! Тушканчик? Ёб твою ж налево. Тушканчики здесь есть. Обалдеть. Вы это посмотрите. Ёкарный бабай. И это НПЦ. Они альфа гигантопитек сейчас просто завалят. Ну, 25 левел, как бы это... А, так это босс! Ёпперс этот, конечно, это ж босс. Еще бы он не вызывал бы альфа-чей. А я еду на вас в баню нафиг. Чё-то я очкую как-то близко подлетать. Да уж. В общем, теперь-то понятно почему. А я вот хочу уже там спуститься бы залутать. Но, честно, жизнь дороже. Да уж. Ладно, полетели. Кстати, как я ищу? Направляюсь вперед, нажимаю на Alt и смотрю по сторонам, что, как, где. Так меня ни чат не отвлекает, ничего не отвлекает, и так я, соответственно, вижу абсолютно все, что происходит на экране. А прогрузка динозавров, как видите, очень далеко, так что я никого не пропущу. Ну а мишаньки, они очень даже так отличаются, даже не просто мишаньки, а альфачи, они очень так даже отличаются. Так что не бойтесь, я ничего не пропускал. Ну так, на всякий случай, а то вдруг там пишете, о, да ты там пропустил много чего, там все дела. Вот, поэтому как бы да. Ну вот, стоило только прилететь в зиму, так все, везде все дерутся, сразу же все сражаются, все дела, короче. Туда спустился два альфа-носорога, там вверху альфа-аргентавис, потом додорекс бегает, кто там, кто еще там, не помню, короче. Это просто ад, сразу же ад в вакханалии, все дела, короче. Типичная зима, я бы так сказал. Вот, в общем, взлетел, сейчас немножечко пошаримся здесь, что да когда где. Вот, и уже посмотрим, глядишь, мишаньку и увижу. Эх, были времена, когда я здесь жил, поживал, до добра наживал. Но уже давно здесь не строился. А, ну, кстати, как давно-то? А, ну, кстати, да, уже давно, можно так сказать, что давно, по времени-то это давно, это по сериям как-то. Недавно вроде бы замок красивый пытался подстроить. Эх, жалко мне тот замок, а такой красивый был. Эх, ну может, авось когда-нибудь еще построим. Вот, ну а пока я вот искать буду кого-нибудь. О, жемчуг, надо будет жемчуг собрать. Надо будет жемчуг много мне собирать. Ёпрсты, я все не могу добраться, но жемчуг пособирать. О, еще альфач. Ёпрсты, вот реально альфачей до сраного дофига. Если в альфа-носорог нужен, вот, пожалуйста, здесь, блин. Сразу спустился вниз, вполне альфа-носороги, все. Нормально, короче. Да. Альфа? Нет, обычный. Даже так вижу, что обычный. Да уж, ну ладно, пошаримся еще немного. Есть! Офигеть, я уже отчаялся, думал, все! Все, нафиг, фиг найду. Нет, нифига, 145-й мишка. 145 мишка, я кого такой тут не... Вот, тут еще носороги, прикиньте, альфа-носороги тут еще тусуются. Вот альфа-носорог, там альфа-аргентавис, там альфа-мамонт. В общем, здесь копище альфа-чей именно по зиме. Очень неплохо. Также ред-трайбы там бегают. Ух, кошмар. Но! Кульминацией сие приключение это Альфа Дайвир 145 левела. Это то, что мне сейчас нужно. Это означает лишь одно. На взлет и вперед, за Кетсалем на базу.
Ну и потом стараться его провести к себе на базу без каких-либо помех. Сейчас надо будет немножко посидеть, отдохнуть. А я уже собирался, думаю, сейчас вылечу, короче, и посижу, отдохну и горцану уже домой ловить тех маленьких левел, там, 80-85 левел, короче, думаю, ладно, что уж поделать. А тут вполне все неплохо. Все вполне даже очень здорово. О, ну-ка, кицалька. Какого левела? А, обычная кицалька, да? Еще и пятого. Эх, где ж ты был раньше-то, пятого левела? Так, ладно, в общем, на базу. Черт, убери, вы не представляете. Лечу я к себе, понимаешь ли. Лечу я, дебил такой, нехороший. И случайно нажимаю на Е. И просто со сраного тучи высоты, я сейчас вам покажу, со сраного тучи высоты я просто падаю. Я падаю, 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 думаю, ну что поделать, ну добегу. Ну я и думаю, высота, да, примерно такая высота. Падаю над землей. Ну думаю, ну ладно, и по рефлексу, знаете, нажимаю призвать птерчика за собой. Я смотрю, а я падаю все ближе, ближе, ближе к воде. Я такой думаю, блин, надо направляться в воду. Направляюсь в воду и прям вот, прям буквально слегонца зацепляю воду, и я жив. Таскайте с собой парашюты. Я вам не раз об этом говорил, таскайте с собой парашюты. Я не делаю, но вы с собой парашюты таскайте. На всякий случай, вдруг вы случайно, как я, идиот, нажмете Е и случайно слезете с летуна. Это очень плохо. Мне сейчас повезло. Таскайте парашюты, я сейчас парашют возьму. Кошмар, нифига мне повезло. Надо было включить во время полета запись, что-то я не додумался об этом. Но я хотя бы додумался птерчика к себе призвать. Прикиньте, сейчас бы бежал туда до дома. Фух, повезло. Повезло, дураку, повезло. Ну ладно, я продолжаю лететь дальше. Но ощущения были нереально прикольные. Хьюстон, у нас маленькие проблемы. Смотрите. Вы догадались? Это уже раз десятый примерно, как я его пытаюсь схватить. Мишанька не хватается даже кицалем. Да уж, реально, Хьюстон, у нас проблемы. Ну что это означает? Значит, если гора... если Магомед не идет к горе, то гора пойдет к Магомеду. Или наоборот, короче, я не помню, но суть в том, что будем строить ловушку здесь. Кстати, я тут немножечко желтый луч облутал. Дофига металлического говна налутал. Возможно, его и буду использовать. Ну, а думаю, лучше всего из дерева, из камня делать. В общем, сделаю стандартную ловушечку. Металл, я думаю, лучше металлические постройки на кицале я буду использовать. Но это как-нибудь потом заморочусь. Ну а сейчас... А зачем мне туда-сюда летать? Я ж могу все налутать прямо здесь. И без лишних заморочек. А самое главное, бесплатно и без регистрации. Вот такие вот дела. Так что вооружаемся. Блин, лететь все равно придется, вот зараза. У меня томить-то надо чем-то. Черт убери, вот такие вот дела. А я ж-то не знал, ну теперь-то вы-то знаете, что альфа-мишаня не хватается. Но я думаю, не, обычно же мишанька-то хватается, так что нормально. Вот такие вот дела. Так вот как-то, в общем, альфа-кицаль только нужен, чтобы его хватануть. О, экстрадес, харикатерий. Альфач, да уж, в общем, в планах у меня сейчас одно, притомить, какого прям жужжочки, там, дудожня, в планах у меня сейчас одно, притомить Мишаню, ну и, собственно, жемчуг, черный жемчуг, много же черного жемчуга, и сначала я все-таки сделаю себе шлем. Да, мне Адзак написал техшлем, типа, с
супер, короче, зрение, там все дела. В общем, короче, тех-шлем, это басявая фигня, то, что мне, по сути, нужно. И мне 40 еще жемчуга нужно. И тогда у меня, если не ошибаюсь, то будет ночное зрение. Я буду видеть динозавров и так далее. В общем, нужен черный жемчуг. А для этого мне нужна хорошая боевая единица. На данный момент это будет Мишаня. Потом я, конечно же, хочу Гигу найти, если есть альфач, я потом гляну, вроде должен быть. Рекса я хочу тоже альфача притомить. Всех потихонечку, не торопясь. Чувствую, сезон у нас будет очень долгий, такими темпами, так что всех потихонечку и не торопясь притомим. Тем более, кстати, сдонатили на Expansion Core. Я, кстати, снимаю с запасом, получается, уже на неделю. Вот, сдонатили на Expansion Core, так что... Ой, ёп, точно левый перестрался. Так что на данный момент у меня пока что идет, лидирует Expansion Core продолжать именно там. Так что все в ваших руках, кстати, голосуйте. Как голосовать? Донатами. Голосование идет только донатами. Да, я такая меркантильная сволочь. Вы донатите, а я убираю потом по вашим донатам сервер. Ой, мод, которым я буду играть. Сдонатите на Анунаки. Тышу. Тогда буду в Анунаки играть. Ну, хотя уже сейчас меньше нужно. Вот такие вот дела. Ладно. Пошел, короче, строиться. Уже думаю включить, когда будут томить Мишаньку. Ну что, Мишанька-то в ловушечке сидит. Вот такая вот маленькая ловушечка. Вы бы видели, как я его агрил. Это просто кошмар. Круги-круги нарезал, но повезло, залез. Так, ну что? Ептель-моптель, а? Будем пробовать так его сначала долбить. Блин, не попадаю. О! Тихо-тихо-тихо-тихо, Миша, погоди, Мишаня, погоди. Так, о, чего бы и нет, изнахратим их. Так, ну тише, Мишаня, ну что ты вот так буянишь-то прям конкретно, а? Так, давай-ка ты вот сюда. Спальничек бы построить, было бы вообще замечательно просто. Ну, Мишаня, ну все, расслабься, успокойся. Тихо. Ёб твою ж налево, вот это ж я огрёбся. Вы прикиньте! Да уж, надо спальник. Сейчас срочно на птере, сюда. И спальник. Офигеть. Вот это, блин, просто ваншотнул. Ну, по сути, он ударил и... Я кровотеком истек. Обалдеть. Вот этого я не ожидал, если честно. Кстати, давно уже на спальниках не вставал. Это фигня, ё-моё. Да уж, офигенчиком. Фух, ладно, на птера и вперед. Господи, эти тупые дегенераты! А, я их завалить хочу, своих динозавров! Мишанька же бьет постройку. Эти ринулись, ты что? Там ж постройку бьют, надо ж лететь, чуть твари тупые не сдохли. Ну я прилетел, да. Сейчас бы лишь бы носорожен не сагрился, он ж типа агрится, когда там рядом с ним тусуется. Не сагрился, слава богу. Прискакал, прилетел, все, успел, слава богу, он жопа голая еще до сих пор. Как я шкребанул, блин, повезло. Повезло, реально повезло. Для чего я камешки-то брал? Камешки, два кит-стартера делать. Кровати сраные. Так, сраные кровати. Так, и переименовать кит. Саль. Такс. Теперь. Надо шлак весь выкинуть. И лишь бы нужное не зацепить. Кстати, надо трубу-то одну у себя оставить. Потому что я с этой же трубой я много чего не вижу. Так, ладно, оставим. Так, просто так ее.
Ох. И честно, я думаю, что мне дротиков не хватит. Я очкую. Черт побери. Так. Что я хочу? Что я еще хотел сделать-то? Типа, короче, вот так вот опаньки. И вот так вот опаньки. Ну, так же прикольнее. Так, птерчик. Ох, сколько всякого хламня тут у меня высыпано. Кстати, да, такую вот платформочку сделал. Такую, в ППХ, так сказать. Хоть какую-то, да, сделал. Так, давай попробуем стенки поставить. У меня там еще были стенки. О, 3 штучки. Стенки. Давай попробуем поставить еще и стенки. Тем более они металлические. Так вот. Я думаю, металл ломать не сможет. Так, ага. И вот так вот. Что у меня тут еще есть? Благо луч залутал. Вообще, очень даже благо, благо. Так, металлическая крыша, но это все фигня. Рамка для люка. О, оконная рама, давай. Хотя бы она есть, на том хорошо. Тихо. Сколько там? Блин, нехило так он ломает-то все это дело. Так, ну а теперь уже пробовать его глушить. Ну, теперь у меня кровати стоят, так что нормально. Так, давайте смотреть, сколько дало ему. Твою мать, я просто должен его бесперестанно долбить, чтобы хоть что-то ему сделать. Да ладно! Я ж по тебе столько попадал! Ёпрасоте. Мне повезло, он забагался, да. Вот, он развернулся, он разбагался. Офигеть. Походу его получится притомить только с помощью шапка. Шапка хорошей. Но чтобы хорошую шапку сделать, это мне надо... это мне надо альфа-чей валить в большом количестве. Да уж, ну-ка давай попробуем с помощью дротиков, что нам это даст. Так, ну он типа накидывается, но толку от этого чутка маловато. Так, у тебя 72 тысячи, да? 72 тысячи. 72 тысячи делим на 1548 дротиков, по идее, нужно, да? Ну давай попробуем. Дротики-то есть. Твою мать! Ну какого фига ты до меня достал? Фак. Ну, теперь у меня есть кроватки. Так что все нормально. Ну как? Как? Какого фига? Взять все. Чувствую, здесь еще немало моих трупов появится. Ох, как немало. Так, во-первых, надо вот это вот так подобрать. Тихо. Ну все. Подожди ты. Так, подобрать и подобрать. Они мне мешаются. Ну и давай попробуем его томить все-таки. Давай. Ну перезаряжайся, говна кусок. Какого фига? Ну все, у него торпор весь спал. Пока эта тупая пушка не хотела перезаряжаться. Сраное говно! Оно меня бесит, это сраное ружье! Оно не хочет перезаряжаться! Ну вы сами все прекрасно видите, что я рассказываю? Вот сейчас перезаряжается, все пучком. Тайминг, что ли? Опа! А я не хочу, короче, перезаряжаться. Давай, картоведа, как-нибудь сам, да? Я подожду, пока весь торпор спадет. А, господи. Это, конечно, еще тот беспредел. Да.
пробовать скорпиончик сюда притащить и через стенку багать? Кстати, идея вполне такая себе неплохая. Сейчас я все транквилдротики сначала потрачу, если не проканает, тогда уже так и сделаю. Так, ну что, дротиков осталось уже мало. И он уже постройку, кстати, практически разломал. Там вообще чуть-чуть осталось. Я боюсь, что он тот фундамент под собой сломает, и все будет очень весело. Фух, ну давайте смотреть, проканает, не проканает. По крайней мере, узнаем, сколько я ему отниму, и, ну, хотя бы я буду знать, сколько дротиков мне нужно. Я чувствую, я сейчас полечу дротики делать. В очень большом количестве. Да уж. И последний дротик. Да уж, 55 тысяч. То есть мне надо около сотки. Какой тихий ужас тут творится, а? Так. Короче, по максимуму использую все, что есть. Конечно, пока я туда-сюда бегаю, у него тарбор только спадает и так далее, это понятное дело. Не, бесполезняк. Да, видите, тарбор спадает. Что поделать? Ну, шапку я точно не смогу сделать еще долго. Так что единственный вариант, это около 150 дротиков мне надо сейчас. А это означает, летим на базу, берем еще странного тучи дротиков и тащим. Тащим, без вариантов. А пока что заменим немножечко вот это вот дело. Так, это целехонькое пока что. Потому что он с одной стороны больше всего бил. Чё это меня мамонт здесь смущает, долбанный козел. Ну да. Это все выдержит пока что еще. Кошмар какой-то. Вообще-то я надеялся на то, что будет чутка полегче. Ты слышь, диверсант долбанный, я ж тебя сейчас завалю, скотина ты тупая. Нифига себе, чуть меня не подкинул к нему. Ой, ну ладно, ладно, это не буду убирать на всякий случай, а то вдруг они стоят именно на этом фундаменте. И будет сейчас очень тогда весело. Ладно, пошел я на базу тогда делать странного туча дротиков. Дебильный мамонт, я тебя завалю, скотина. Да уж, в общем, не получилось у меня ничего сделать. Сервер выключился, ну там перезапуск, все дела. А у меня получилось только собрать 109 дротиков. Но я вспомнил о том, что мне писали типа Tranquil Пика и Богомолу в руки, самая типа босявая. Возможно, потому что я с руки Tranquil Пикой отнимал примерно 1600 торпора, а уже Богомолом Tranquil Пикой я отнимал где-то 3800 торпора. И есть о чем задуматься, я бы так сказал. Вот. Что еще? А, ну я, получается, ее до фиолетового левела апнул, но я хочу апнуть еще больше. У меня там уже наркотики создавались, так что я думаю апну. Вот, в общем, что я сделаю? Я запру медведя в коробке, то есть, ну, в той же самой коробке останется, да? Но я хочу попробовать поставить еще дополнительные стенки, чтобы еще меньшее пространство было, чтобы он лево-право еще не бегал. Вот, и, ну, как я, собственно, это уже делал с проемом, дверным проемом дополнительным, вот, и, собственно, уже попробовать через стенку, через бак богомолом, собственно, бить пикой. Вот, не знаю, получится или нет, что-то когда где там получится, я не знаю, но я все-таки хочу попробовать сделать именно так. Я думаю, у меня все получится. Вот. Ну, а в следующей серии уже посмотрим, что да когда где будет. То есть
получится притомить или нет, или вообще после рестарта сервера мешаника тот задиспавнится и другого придется искать. В общем, дальше будет видно. Ну, а я с вами на этом буду, пожалуй, прощаться. Вот так вот по-глупому серия закончилась, но я реально провозился час со всеми подготовками и так в итоге ничего не подготовил. Вот. Такие вот дела. Все, на этом все. Надеюсь, эта серия вам понравилась и вы поставите этой серии лайк. Ну, а я с вами буду, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал. Если впервые на моем канале, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Вам не сложно. Это очень сильно поможет развитию моего канала. Все, это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.